проходил службу в разведподразделениях, так называемых ДНР и ЛНР. Мои непосредственные задачи входило наблюдение за передовыми позициями и передвижением войск Украины. Я находился на таких позициях, как Докучаевский карьер в городе Докучаевске, село Стыло и Авдеевская промзона, непосредственно позиция Локомотив. Я был свидетелем лживости местных СМИ касательно обстрелов города Донецка, а именно таких районов, как Калининский, Ворошиловский, Киевский, район Бассе. Это полный абсурд, так как миномет не может добить с украинских позиций до этих районов. Эти районы обстреливались непосредственно по приказу российских кураторов и местных командиров, дабы дискредитировать украинскую власть и украинских военных. На данный момент сейчас очень много приезжает российских кадровых военных, которые занимают очень высокие должности и также занимают должности в батальонах, в ротах, в взводах. Они относятся к нам очень плохо, к местным ополченцам, презирают нас, считают быдлом, применяют нам физические наказания, всячески унижают. Одним из таких является майор Боровинский, позывной «Корсар». Это кадровый военный российский. Это командир воинской части Л-55-055. Также в воинских подразделениях эти приезжие командиры постоянно устраивают поборы ежемесячные финансовых средств. Все, кто недоволен тем, что зарплаты местных ополченцев отличаются от зарплат приезжих военных из России, могут закрыть на подвал МГБ. Всякое может случиться вплоть до физического устранения несогласных и недовольных.